Мы начинали в 1920 году в Равенне, штат Огайо, а по прошествии многих лет переехали сюда, в Пикуа. Я очень горжусь тем, что в течение всего этого времени наша компания помогала мамам и делала безопаснее жизнь их детей. Этот завод в Пикуа работает с 1973 года. Я же работаю в компании с 1958 года и начинала свою работу на другом заводе. Я живу рядом. Добираюсь на работу за 5-7 минут. Я продолжаю жить в доме, в котором родилась. Если в Evenflo мы говорим «сделано в США», мы имеем в виду, что разрабатываем наши продукты в США и тестируем их в США. Наши автокресла и большинство наших игровых центров всегда производились здесь, в США. Мы должны обеспечивать наших людей работой. И если нам это удается, значит, наша продукция конкурентоспособна. В последние годы мы начали сокращать наше производство в Китае. И для этого увеличили штат американских сотрудников. Мы стремимся вернуть все обратно в Пикуа, обратно в США, чтобы предоставить рабочие места нашим людям и чтобы быть уверенными, что продукты, которые мы производим, делают специалисты, осознающие, что необходимо для безопасности ребенка. Именно поэтому нам доверяют. Мы просто делаем то, что нужно детям. У нас есть сотрудник, который работает в компании уже 39 лет и 4 месяца. Такая преданность одной и той же компании свидетельствует о том, что люди гордятся своей работой, и она придает смысл их жизни. В комнате отдыха сотрудников есть стена со всеми благодарностями наших клиентов, чьи дети и внуки выжили в страшных авариях благодаря нашим автокреслам. Когда утром приходишь на работу и получаешь письмо или звонок от кого-то, у кого случилась страшная трагедия, при этом ребенок абсолютно не пострадал, даже если травмированы остальные пассажиры, ты понимаешь свое предназначение и чувствуешь удовлетворение. Мы знаем, что делаем нечто важное для себя и детей. Наши собственные дети пользуются нашими изделиями. И мы очень серьезно к этому относимся. Лично для меня это очень важно, и все мои коллеги относятся к этому не менее серьезно.